Итак, ребят, по поводу рисков. Вот такие бывают ситуации на точке. Я сюда уже приходил в этом месяце. Смотрел уже. А то подозрительно мало попрыгунчиков было. Вот подростки вот так вот берут. Рубли обворачивают. И вот что получается в итоге. Вот. Посчитаем потом дома, сколько у нас вышло убытком. Вот так вот выглядит колба с попрыгунчиками. Это еще учитывая то, что я приходил в этом месяце. Может, наверное, дней 5 назад. Смотрю то, что она практически пустая. Там пару штук лежало. Открыл колбу ради интереса посмотреть, действительно ли столько купили. Либо, наверное, натолкали всякой ерунды. Ну, в итоге, как вы поняли, натолкали. Бумаги вот засыпал с новой партии 100 попрыгунчиков. Вот, ну, пока что вот так вот выглядит. Хотя была она где-то вот подсюда вот заполнена. В итоге, вот как видите, вот столько бумаги. Вот, ну ничего, потом посчитаем, сколько убытка. Так, ребят, ну это игрушки по 40 рублей. Как мы видим, брелки битва достаточно хорошо в этом месяце покупались. Я думаю, тут всем хорошо это видно. Также игрушки Зефирята. Вот такой показатель за месяц. И щенки-спасатели. Как-то не очень. На второй точке уже инкассацию положу. На первой одну игрушку всего за месяц взяли, здесь немного побольше. Все, провели инкассацию. Вот столько мы проинкассировали с 11 колб. Пишите в комментарии, как думаете, сколько здесь десяток. Вот, ну, по моим данным, как я примерно понимаю, 1005 тут будет. Вот, посмотрим. Итак, друзья, произвели третью инкассацию, которая принесла за месяц неплохие, я бы сказал, результаты. Итак, смотрим на таблицу. Я думаю, все уже видели мои прошлые видеоролики, знают, как считать по данной таблице. Если кому-то непонятно, пишите в комментариях, постараюсь как-то усовершенствовать данную таблицу. Ну, я думаю, в принципе, все здесь нормально сделано. Теперь давайте рассмотрим на примере с вот конфет и мармелада. Это вот эти вот колбы, две крайние. Посередине, как я их считаю, получается, конфеты, ну, начнем с конфет, они выпадают не по одной штучке, там сразу порционно, получается, они падают, и в одной порции до 10 штук падает. Вот давайте на максимумах посчитаем, тогда вот, к примеру, 10 штучек таких конфет падает, продаем мы такие конфеты, получается, за одну порцию по 10 рублей, выпадает 10 штук. Получается, закупочная цена у нас таких конфет выходит 2 рубля 50 копеек. Так, получается, одна вот одна просто конфетка стоит 0,25 копеек. Получается, выпадает у нас 10 штук, 2,5 рубля у нас, получается, по закупу выходят вот эти конфетки. Чистую прибыль мы, соответственно, имеем 7 рублей 50 копеек. Продали за месяц мы таких конфет 41 порцию. И чистая прибыль у нас составляет 370 рублей. Так, также на примере жевательного мармелада. Получается, здесь немного поменьше падает, в данном случае здесь уже выпадает по 4-5 штук, ну давайте вот по 5 посчитаем, чтобы больше количество было. Вот, может, кому-то и больше выдается, но в среднем это штук 5. Получается, чистая прибыль у нас составляет с 5 выпавших мармеладок 3 рубля. Закупочная, точнее, цена 3 рубля. Чистую прибыль мы имеем 7 рублей с одной порции. Таких порций у нас продалось 109 штук. Получается, чистая прибыль у нас составила 763 рубля. Ну, вот это вот мы больше не будем разбирать, так как, я думаю, по прошлым видеороликам вы поняли, как я считаю данную таблицу. Дальше. Получается, за месяц я проинкассировал 7336 рублей с вычетом аренды.
Вот, а дальше. Чистая прибыль у меня со всего этого, со всей этой инкассации составила практически 5000, 4827 рублей. Вот эти вот плюс 66 рублей, что это такое? Это те свертки, которые мы видели, вот видео, это вот всякие рубли обернутые, там кто-то может просто там кинуть рубль, ему там ничего не выдастся, либо там вообще 10-50 копеек, вот, мы их тоже будем считать. Ну, про аренду, я думаю, всем понятно то, что отдельный видеоролик выйдет. Теперь давайте интересное самое посмотрим. Это убытки посчитаем. Я думаю, многим интересно, какие убытки приносят нам данные аппараты. Так, здесь давайте разберем. Вот все расписал. Также Dreamers, получается, у нас купили у нас такую конфету, одну штуку. Получается, ее закупочная цена 2 рубля 80 копеек. Конфет у нас купили 20 штук. Ну, это вот эти сыпучие, которые. Там убыток у нас составил 50 рублей. С браслетами, я думаю, понятно тут. С мармеладом понятно. По одной штуке так и купили. Вот. Интересное самое это попрыгунчики. Как вы видели в видео, там достаточно много было бумаги. За этот месяц я там один раз пришел, смотрю, у меня колба пустая, хотя была наполовину заполнена. Вот. Я такой думаю, ну да, я только эту колбу открою, посмотрю. Ну, увидел то, что там много бумаги. Вот. Инкассировать не стал, ничего не стал считать, чтобы наглядно вам показать, какие все-таки риски бывают. Кстати, по поводу рисков я тоже выпущу отдельный видеоролик, какие ситуации бывают с этими аппаратами. Вот, итого 66, ну, 66 игрушек, жвачек у нас в общем купили за вот эту вот всю мелочь. Итого убыток у нас составил 275 рублей. Ну вот, как вы видите, по попрыгунчикам 70, 43 штуки купили. И убыток составил 215 рублей. Редко, конечно, бывают такие месяца, но бывает, когда, ну, так сказать, стрельнуло, и какие-то там дети подошли, и нет, чтобы вытащить одну игрушку, они пытаются полностью опустошить колбу. Вот как в данном случае вышло то, что практически полностью опустошили попрыгунчики, хотя они были наполовину забиты. Так, итого, получается, у нас убыток составил 275 рублей. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем пока.